Добро пожаловать на канал Тактика Победы, с вами по-прежнему Макс и наша игра Crusader Kings 2. Так, в этой серии я даже не знаю, что я планировал, еще бы вспомнить. Поэтому, так, надо посмотреть, кстати, интриги. Ага, есть у меня человека, которого надо зарезать. Вот, наверное, этого у меня еще тоже бы не помешало, пока нет детей. Забрать и казну его заодно, и титул. Вот, ну ладно, пусть пока идет интрига в тюрьме. Надеюсь, удастся ее реализовать. Так, с данным господином у нас скоро будет перемирие. Но вот объявить войну ему и покорить тоже можно. Попробуем. И организуем, наверное. Осталось всего лишь 9 дней. Так, сюда мы, наверное, еще сходим, но, наверное, можно, наверное, сходить. А сколько у нас осталось с ним? Ага, в 82-м году. Тогда и сходим. Так, Радимичи, ну вот сюда мы, наверное, не пойдем. Пусть тут завоевывают. Пока просто ждем. Ждем момента нужного нам и будем дальше нападать на кого-нибудь. Война, она, как говорится, война нам очень нужна. Так, я сделал Киев. Так, вроде сделал. Угу. Так, ну кто это вообще? Да, давайте его позовем. Друг как-никак. Друг плюс 100. Хорошо. Хорошо. Так, монетки потихонечку капают. Что я могу? Хорошо. Так, могу я тут что-нибудь уже построить? Рынок. Давайте построим рынок. Деньги они и в Африке деньги, а тут маленький такой плюсик, да будет, это очень будет хорошо. Так, не пора ли нам жениться? Вроде еще нет. Пока не пора. 35, думаю, женюсь. Так, что у нас по тюрьмам? Да, этого господина надо завалить. Но пока идет очень все медленно. Так, фракция. До нее мы тоже доберемся. Так, традиции дворянства. Кавалерия. Судостроение пока не надо. Инфраструктура монастырей. И что у нас еще? Практика торговли строительства. Так, время. Ага, ага. Практика торговли. Торговая ценность. Давайте. Да, пусть будет практика торговли. Тоже что-то да будет. Так, Эмин Висбалт. Ну пусть будет так. Раненый, так раненый. Он и так раненый у меня на голову. Так, я могу уже покорить. Угу. Давайте, наверное, поднимем. Сколько у нас тут? 4 с лишним тысяч. Все, можно уже спокойненько объявлять войну. Так, вассальное войско брать не буду. Их все равно совсем мало. И стягиваемся. У него все равно войска пока здесь. Я за это время успею подтянуть и собрать мощный кулак. Так. Оп, 2,5 уже достаточно. Вы пойдете вот сюда. Так. 1000. Ну, 1500.
Также объединяем и отправляем вот сюда. Здесь, как возьмем, сразу же пойдем на данную территорию. Так, давят. Минск. Это Минск, да? Минск почему-то. Ну давай, рискни. Пойдет сейчас в Любич, попробует отыграться. Но я потом ему войска укорочу. Сейчас мы захватим, а потом будем гоняться уже за его войском. Тем более эта территория стала его. Жалко, чуть-чуть я не успел. Но ничего. По деньгам, конечно, не сильно в минус ухожу. Надо побыстрее уже захватывать земли. Так, прекрасно. 39. И сюда. Успеть бы. Нет, не успел. Тогда вот сюда пойдем. И я думаю, успеем взять и Минск, и Пинск. Поскольку тут только что произошел захват этих земель. Совсем немного солдат удалось ему накопить. И может быть даже он и не успеет взять Чернигов. Было бы очень хорошо, если бы он не успел. Так, в минус ушли. Ух ты, нифига себе, 600 рыл. Сидит. Быстро. Так, чувствую, придется брать нахрапом, поскольку у меня там идет опоздание. Параноик. Шанс 45. Доверчивый. Дипломатия, интрига. Давайте так. Параноик тоже неплохо. 94. Совсем все плохо. Идем сюда. Блин, минуса ушел. Минуса совсем хреново. Так, ну ладно. Мы даем сюда теперь. Так, пофиг, что захватил, потратил. Так, что у нас тут? Надо бы передать данную территорию. Буду, наверное, ее кому-нибудь давать. Так, интриги. Девку, наверное, надо отпустить. Пусть гуляет. Так. Угрозы только от одного. Так, народные обычаи. Величие. Что нам дает? Ага, вот эту надо сделать. Так, стоп. Осадные машины. Скорость осады, защита. Давайте осаду. Монастыри. Строительство. Монастыри. Все прокачали маленько. Надо войска срочно распускать. Так, и эту землю я сейчас кому-нибудь доподарю. Так. А пока не смогу, наверное. Двор у меня паршивый. Так, придворный. Вообще статов никаких нет. Крестьянин этот. Все работают. Да. Все у меня в совете остальные. Плохо.
попробовать кого-нибудь пригласить. Интрига большая. Вообще гений интриги какой-то. Амбициозен. Ну вот. Не хочет. Сволочь. Сволочь. Тут что у нас? Так, амбиции. Тоже амбиции данного господина. Интрига большая. Не хочу, чтобы мне тут раскручивали народ. Оу, нифига у него тут накручено. Не слабо. Так, а ты у нас чё можешь? Странно, почему не хотят принимать предложение. Ладно, будем ждать, поскольку деньги нам нужны. Минус 6 уже. Ужас. Минус 5. Распускаем. Так, давайте уже быстрее. Топайте, топайте. Так, есть. Тоже распускаем. Сколько у нас, кстати, Киев может поднять? 539. Чернигов 200. Давайте. Опля, я уже и пропустил. Так, размер вотчины. Давайте вот так сделаем. И данный господин. Где ты? Вот сюда. Так, этот работает в Галичине, да? Значит, надо его отправлять вот сюда. Куда-нибудь. Временно хотя бы. Вот так. Пусть отрабатывает свой хлеб. Так, отлично. Теперь осталось мне передать всего лишь одну провинцию. Денежки капают. И вот какую-нибудь вот эту или вот эту лучше всего провинцию кому-нибудь передать. Тогда было бы просто чудесно. Девяносто шестой год. Далеко. Угу. Пусть работают. Так. 83-й. 84-й. Хорошо. Скоро земли данные станут нормальными. Так. Ну, давайте быстрее. Здесь мы... Рынок построили? Нет? Построили. Хорошо. Так, ноль. Так, давай. Есть. Пошла родимая. В 35 лет буду женить. Нефиг. Рано. Рано быть вредно. Так, тут я смотрю, тоже какая-то войнушка идет. Хотелось бы мне вот эти, наверное, земли тоже отжать себе.
Олежье. Неплохо, неплохо было бы, наверное, Олежье выбить столицу этого государства. Так, а Олежье у нас с кем? Крым полностью. Угу. Хорошо. Теребовль. Галич. Да, будем брать Теребовль. Один. Надо отодвигать границу от Киева. Тогда будет гораздо лучше. Объявляем войну. Так. Где же ты наш... Вот он, Теребовль. И будем захватывать. Отлично. Так, поднимаем войска. Ух, блин, поднял. Сразу вмазался. Ладно, не страшно. Собираем всех в Киеве. Эти... Мы, конечно, проиграем сейчас. Но не страшно. Пусть ходит. У меня 3000 воинов целых есть. Я с ним сейчас неплохо расквитаюсь. Так, давайте быстренько собираем банду. Блин, денег совсем нету. Но война, она война. Так, отлично. Я думаю, сейчас тут очень быстренько мы справимся. Захватим землицу и вперед. 1300-1400. Так, опять дефицит бюджета. Блин, все плохо. Ладно, давайте так. Отлично. Сюда мы тоже выдвигаемся. 2700. Какой ужас. Так, давай, давай, давай. Блин, много народу-то у него там. Очень много, это плохо. 12%. Всего лишь у нас в победе 13. Эх, блин, они идут на соединение, и это вообще плохо. Совсем не могу. Так, ладно, тут хорошо. Пойдемте сюда. Так, стоп. Чё, не пошел? Ну ладно, давай так. Пусть разделит свои войска. И тогда посмотрим. Проиграли. Ничего, ничего. Плохо, что по деньгам у меня совсем все плохо. Так, могу я кого-нибудь за денежку выпустить? Так, давайте. Вот, отправим. Выпустили. 3000 воинов против 2700. Не очень хороший расклад. Но ничего не поделаешь. Пока потерпим. И потом придется взять такой большой... Большой такой передых. Так, этого тоже, эту тоже отпускаем за деньги. Поскольку у меня совсем все плохо с бюджетом. Есть, отбил. Обратно идем. Так, следующий на выкуп. 26 монет. Прекрасно. Надеюсь, выкупит. А то у меня совсем с финансами туго. Все, подняли свое благосостояние. Просто отлично. Здесь мы тоже победили. Так, давайте подождем. Пока он отожмет вот эту территорию и куда-то он свои войска досунет. Например, вот так сделаем. И встретимся сейчас с ним с превосходящим количеством живой массы. Солдат. Так, прекрасно, прекрасно. Придется реку пересекать. Черт, ну давайте. Была не была. И тут хлестнемся.
Блин, есть, удалось все-таки. А то у меня некоторые части все-таки побежали. Ну ничего, 74%. Так, стоп, мы останемся здесь. Добивать данного господина. Восемьдесят четыре. Так, прибудет сюда, значит, да? Ну, давайте догонять. Нам это бой тоже пригодится. Пацанчик, вперед. Так, неплохо поднялись за счет выкупа. И пойдем вот сюда. Поскольку 85% это... 85% не хватает. Пока он сам не предложит, я никуда деться и не смогу. Придется до конца рубиться. Благо, выкуп нам помог. Вот так вот. Вот это облом, прикиньте, да? Вот это облом. Придется нападать на этого отдельно. Ага. Пока не могу. Сейчас войско придется скинуть. Какой ужас. Сволочи. По-другому и не скажешь. Так, давайте я кого-нибудь все-таки найму. Так, пригласить дворянина. Радислав. Так, двор. Радислав, Радислав. Вот Радислав. Странно. Где еще один Радислав? Пойдет. Пойдет. Подарим ему Рославль, наверное. Так. Вот так. Нет. Я ж хотел тут Владимир Волынский. Владимир Волынский. Отправляем. Радуйся. Угу. Прекрасно. Так, что с монетами? Плюс выйдем. Так, ага, выйдем, конечно, тут стоим. Так, отлично, вышли, но все равно объявить войну надо. Вот так. И поднимаем своих парней. Сколько у него тут? Нисколько, что ли? Когда я этих распущу, и мне хватит данных воинов всего лишь 1100, ну 1200 человечков. Все, вперед. У нас вот еще две территории ожидают нашего нападения. Что мы и сделаем. Пока есть деньги. Так, прекрасно. 1200. Уже ушло. Так, 200. Так, может напасть. Быстрее будет. Нет, не будем нападать. Поскольку людские ресурсы у нас совсем маленькие в связи с таким количеством воинов. Но мы справимся. Так, 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 давай, давай.
Так, что у нас тут? 74% и все еще его не могут замочить. Неприятно, конечно, но придется ждать. Может быть, получится. Детей у него много, черт. Может, быстренько этого и у этого дети появились. Черт. Долго резину тянул. Ладно. Хрен с ним, зато, может, дети получше будут. Все, забираем. Так. Распускаем. Дарим землю Рославль кому-нибудь. Там, где ты. Интриги. Принять русскую культуру. А сейчас у меня какая культура? Северская, Волынская и Русская. Северская, Волынская, Русская. Конечно, хотелось бы русскую культуру принять. Сколько и больше нигде ее нет, давайте примем. Так, пусть будет. Пригласить дворянина. Матвей. Так, Матвей. Как видите, в конце списка нет. Матвей, вот он есть. Гад этот с амбициями пришел. Зря только деньги потратил. Ярополк. Вот Ярополк. А, ух ты. Хороший. Пожалуй, пожалуй. Тебе Рославль. Отправить. Отлично. Что у нас с законами? Так, низкая, средняя. Надо бы вот сюда уже быстренько перетянуть. Тогда было бы прекрасно все. 36 лет. Можно поискать себе жену. Но это мы будем делать, друзья. Ух ты, Киев какой. Будем делать это в следующей серии. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь, ставьте лайк. Пока.